Петрова, вот, нет, что здесь, вот тут... Абрамова, Раиса Алексеевна. Что вот тут, говорят, не совпадает подпись, это и это. Сама Раиса расписывалась. Все сами расписывались. А кто просил за нее тогда? Соцработник. Это заявление заполнено собственно, а это мы при нас, при троих расписывались. Да, да, все сами расписывались. А, просто за нее почему-то расписались. А в другой, так же? По-разному. Мы за это верхнее не отвечаем. Тоже. Ну как, она же, прошу предоставить мне, возможно, прогласить мне помещение. Подпись это нам принесли заявление вот в таком виде. Вот эти, да, вот часть. Эти. Мы заполняли только вот эту часть. Так, а это Алексей Абрамов. Угу. Вот у вас дедушка вот с бабушкой так, были. Так, а вот сведения о лице, передавшем заявление. Передавшим заявление, но да. Подписывал-то кто? Подписывал, да, это они сами там делают. Нам сейчас главное, чтобы у нас, конечно, все работало. Так, а тоже разные. Нет, тоже ну разные. Как разные, ребята, ну, здесь одинаковые. Разные. Они, если лежат, они могут друг друга подписать. Здесь тоже разные. Да. А вот иногда вообще не расписывается. Здесь ну, одно. Вот этим-то здесь одно. Расписывали сами. Здесь одно. И чего мы делаем, если у нас некоторые разные подписи? Разные руки, господи, на мягком писали. Не, ну там есть совсем разные. Ну, значит, будем проводить дактилоскопическую экспертизу, да? Нет, я спрашиваю вас. Почерковедческую. Может, подпись избирателя, который передал один, но кто подписывал это избиратель? Заявления, переданные нам социальным работникам, были с шапочкой, с данными социального работника. Вот до сих пор. И, да, до сих пор. Вот. Когда мы выходили, они могли прийти к ним, какого вот она 4 сентября еще к ним приходила, да? К ним вышел этот человек. Паспортные данные у нас совпали, правильно? Угу. Вот. Понятно. То есть здесь другой человек по паспортным данным не мог расписаться. Ну просто получается, что соцработник за него пригласил ему. Вот и все. А как мы можем проверить, соцработник или не соцработник? Да. Нет, наша задача проверить, чтобы у нас количество бюллетеней в переносном ящике было равно или меньше количеству поданных заявлений. Хорошо. Да. Так. Итак, да. Раз, пригласить, да. Может, кто два, три, четыре, пять, шесть. Заявление написать? Конечно, 7, она сама не напишет ни при каких 8, обстоятельствах. 90-летняя старушка. 10, 11, 12, 13. 13. Да. Это вы можете к действительный. Вот этот не действительный. Куда его? Раз, два, три, четыре, пять. Действительный. Раз, два.